Всем привет, с вами я, Левелис. Всем привет. Сегодня мы будем пробираться к Кириллу. Пошлите. Нас болели. Пришли погоду. Вот он пришел и погоду испортил. А ты можешь прям на этой грязи вот так проехаться? По этой грязи. Тебе хочешь? Давай вот, да, прям в грязи. Давай на полянке. Ислам! Нифига, у тебя коронка. Ему брат подарил. Да. Он выпросил. Дай ему укол будет делать. Ну чему? Он кашляет вообще. Жопа. Куда же еще? Че, давай это, подкаст. Какой подкаст? А чем мы это будем? Подкаст или что? Не, я сейчас работаю. Не мешайте. Ты работаешь. Не мешай. Я коров даю. Всем привет. Сегодня с вами Петух. Петух. Сегодня с нами, здравствуйте. Здравствуйте, пошла в баню, пошлите за ней. Проследуем потихоньку. А нет, лучше с Кириллом давайте. Вон он. Крыл. Крыл. А ты корову пускаешь? Нет, да. О. Ислам. Кто написал Уильям же? Ислам. Ислам. Самое холодное место в России. Зима. Ух ты, какой крутой ислам. Ислам. Пенсия. Кирилл на пенсии. Всем привет. С нами сегодня ислам. Ислам. Здравствуйте, ислам. Здравствуйте. Вы Слава Мэрл? Нет. У нас рубрика «Вопросы». Ты в каком классе? Втором. Какой вопрос можно? Давай, 9 умножить на 8. Сколько будет? 9 умножить на 8? Да. Дай подумать. Это ответ, что ли? Я не знаю, это пуня, побеги это. Да что было? А? Да что ты бьешь, слышишь? Да, убеги эту бью, штуку бью. Вот давай ответ говори. Я не хочу говорить. 9 умножить на 8. Я не знаю. Формула воды. Что там в фотоколе? Ну, химия. Я химию не проходил. Вы смотрите Скибиди туалет? Бывало. Он сейчас ест уже. Скибиди туалет. Стой. Давай так. За каждый правильный вопрос мы тебе 100 рублей даем. Давай за один правильный вопрос 100 рублей. Ладно. Давай. 9 умножить на 8. Я такой не знаю, зачем я столько раз повторяю? Ты головой думаешь, ты раз вообще повторяешь. Ты агрошкольник? А? Ты агрошкольник? Агрошкольник. Что еще можно сказать? Сколько планет в Солнечной системе? Откуда мне знать? У кого из сказочных персонажей вырастает нос, когда он врет? Буратино. Пиноккио, это все знают. А. Да, почти все. Из какого волоса животное делает струну из гитары? Не знаю. Из конского. Откуда мне взять такая флоу? Это из конского. Из чего делают сыр? Из плотифлоу молоко. В этом месяце его каждый день видишь. О, следующий персонаж. У кого из сказочных персонажей вырастает нос, когда он врет? Пиноккио. Правильно. Сколько планет в Солнечной системе? Семь?
Нет. Сколько минут в одном часе? 60. Правильно. Формула воды. Второй линер или слов ха-ха-ха-ха. Формула воды. H2O. Правильно. Кто написал «Маленький принц»? Я не знаю. Эх. Так. Сколько лет исламу? Забыл. Гарифуллину. А, ему... Что? Уф, нихуя тоже. Сколько лет Айнуру? Какому? Нагуману. Вот я тут нашел некоторые вопросы. Какое самое быстрое наземное животное? Наземное? Да. Страус и гепард? Нет, один только. А, один? Гепард? Да, правильно. Какая страна является домом для кенгуру? Австралия. Правильно. Как зовут принцессу из «Принцессы и лягушки»? Какой супергерой может карабкаться по стенам и зданиям? Человек-паук. Правильно. Какая планета в Солнечной системе известна наличием колец? Сатурн. Правильно. Что значит акуна матата? Ну, свобода типа этого, да. Ну давай, из какого-то мультика. Акута матата? Да, акуна матата. Не помню. Тимон Пумба. Сколько может весить синий кит? Синий кит? Да. 2 тонны? Или 2-3 тонны? Неправильно, 200 тонн. 200? Чуть-чуть ошиблись. Чуть-чуть. Какое единственное наземное животное не умеет прыгать? Что? Какое единственное наземное животное не умеет прыгать? Не умеет прыгать? Да. Единственное. Наземное животное. Какая религия ассоциируется с Пасхой? Сейчас помню. Черт его нас помнит. Не помню. Христианство. Как называются семена, из которых делают шоколад? Какая бобы? Правильно. Сколько ног у паука? 7? Нет. 8. Mm-hmm. Какого цвета изумруд? Зеленого. Правильно. Mm-hmm. Какой американский штат известен Голливудом? Что? Какой американский штат известен Голливудом? Голливудом. Без понятия. Калифорния. Где находится Великая пирамида Гизы? В Египте. Правильно. Он там был. Я не был. Сколько дней в году? Сколько дней в году? В году. В году? Ну, сколько дней в году? Я не знаю. 367. Сколько? 365. Почему вещи падают? 7. 367. О, 365, видишь? Ты знал, 67. Да, рофлин. В какой столице Европы находится Эйфелевая башня? Франции? Нет. В Париже. Какое животное самое высокое в мире? Жираф. Правильно. Из какого фильма «Принцесса и Фиона»? Шрек? Ну да. Какая самая высокая гора в мире? Гора Эверест? Да. В какую игру играет Уимблдон? Кто? Что за гонка Тур де Франс? Ну что это? Как обычно называется сушеный виноград? А, сейчас, кушал вчера же. А, да, изюм. Неправильно. Изюминка. Какое самое холодное место в мире? Самое холодное? Да. Морозилки? Не, ислам знает. Какое самое холодное место в мире? Северный полюс.
Неправильно. Антарктида. Из чего состоят облака? Из капли воды. Из воды. Из капелек воды же. Так, как называют человека, изучающего растения? Ботаник. Ты ботаник. Ботан. Кого считают королем поп-музыки? Поп-музыки? Поп-музыки. Вы знаете? Что? Король поп-музыки. Леди Вдадю. Ну, который лунная походка называется. Ну, ведь я знаю, да? Не помню, но ФФО, вот он. Я не помню, но... Слава Мерлоу. Чего? Как называется место, куда идешь, чтобы увидеть много животных? А? Зоопарк. Неправильно, зоопарк. Если заморозить... Если заморозить воду, что получится? А? Заморозить воду, что получится? Йод. Какой йод? Йод. Лед. Так какой лед? Да, как это выглядит. Правильно, ответ лед. Какая кошка считается... Как зовут пирата из Питер Пэна? Пират из Питер Пэна. Я не знаю. Ты знаешь? Кто там? Я не знаю. Какую пищу едят панды? Что едят панды? Бамбук. Вот, правильно. На каком дереве растут желуди? Давай разноброс. Дуб. Вот. Как называется... Кто построил ковчег? Мультик такой есть даже. Ной. Правильно. А, да, Ной. Какого цвета костюм Санты? Красный. Правильно. Вот Санта стоит. У какой диснеевской принцессы рыжие волосы, и она русалка? Ариэль? Правильно. Сколько лет Крашу из «В поисках Немо»? Я не знаю. Какой самый внешний слой Земли? Что? Как зовут спящую красавицу? Я не знаю. Не знаю. Как зовут спящую красавицу? Я не знаю. Каким витамином богаты апельсины? А. Неправильно. Б. Ф. Какое липкое сладкое вещество производит пчелы? Мед. Правильно. Давай быстренько спиджан. Сколько струн у скрипки? Три? Неправильно. Шесть. Какой ударный инструмент назван в честь его формы? Барабан? Нет, треугольник. Что забивает молотком? Гвоздь. Правильно. Чей нос становится длиннее каждый раз, когда он лгал? Что? Чей нос становится длиннее каждый раз, когда он врет? Пиноккио. Правильно. Согласно книге доктора Сьюза, кто украл Рождество? А, такой зеленый чел какой-то, не знаю. Пофафан, но не знаю его. Гринч. Когда отмирают листья? Осенью. Правильно. Что такое бронтозавр? Динозавр. Правильно. Как зовут любимую сову Гарри Поттера? Гарри Поттера? Да. Слава Мерлоу. Евдаю. Можешь повторить, можно? Хедвиг. Какое самое медленное животное? Черепаха. Улитка. Нет. Ленивец. Нет. Трехпалый ленивец. Че? Какого цвета смурфики? Синего. Нет. Какого? Смурфик. Вот. Че, этого? Нет. Голубой? Сам голубой. Кто напарник Бэтмена по борьбе с преступностью? Что? Нет. Я это не знаю. Как называется группа звезд, образующих картинку? Созвездие. Правильно. Всем пока, с вами был Лавелис. Со мной был треугольник, Слава Мерлу, Кулфрут и Кирилл. Все, всем пока.